Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1459. События дня. Евангелие от Матфея, 22 глава, 29 стих. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божией». За 11 декабря 2019 года. И тут обращение. О помощи, кто пожелает помочь. Я буду прокручивать побыстрее, а вы курсором стукните и задержите его. Вот ролики про человека, о котором говорится, Игорь Александрович Барабаш. Хороший может появиться человек, поможет приобрести комбайн. Это переписка, разговоры, рассуждения здесь наши, которые участвуют в беседах, близкие люди. Берут из святых отцов, очень полезно тут. Поэтому я беру каждый день все, что здесь есть, события. Это определенная группа людей, которая остается в памяти. Ну, вот такие события. Человек на пенсии, говорю о себе, сижу целый день дома. И какие? На улицу не выхожу. Ну, вылезть на улицу, это не за ограду. Ну, вчера по городу походил, прогулялся. Куда там эти проводили газ, улица Чехова. Ну, и дальше на Максима Горького вернулся домой. Господь благословляет. Брат Владимир трудится, где-то ходит, работу нашел. Вот, а я тут занимаюсь, и воробьев кормлю, жуланов. Жуланов – это большая птица. Вот, у нас свои ресурсы есть, мы можем их показать. Вот, первое – это мой мир, очень люблю. Мой мир. Сейчас я покажу, как он выглядит у нас. Вот можно переписываться. Вот так. Вот это, видите, я в шапке здесь нахожусь. А где с голубем, там просто так запасной лист. И у нас еще есть форум большой, православный форум. Очень большой форум. И есть еще у нас православный библейский сайт «Во свете Библии». Ну и, конечно, самое-самое – это православный видеоканал «Открытым оком». Это очень большой канал.
18 тысяч роликов, только ответы, вопросы. Я каждый день выставляю много вопросов и ответов. По одному, по два там посмотрят и... Ну, эти люди не нуждаются. А праздно так вот смотреть, что, как делать. А для души что? Это даже внимания не обращают. Огромные вопросы. Ну, маленько смотрят, вот гляжу даже... Вот такое дело. Все пока на этом.